Итак, здравствуйте, всем добрый вечер, и сегодня новая реакция на клип Грязного Рамиреса, на его трек с альбома Tribe, который называется «Злой». Я вообще нихуя не помню альбом Tribe, я помню оттуда только «Признак Титана» и «Тлиный лев», по-моему, это все. А вот здесь, ну это что-то новенькое для меня будет, потому что я уже все напрочь забыл. Давайте смотреть. Тут у нас сразу же такой монохром. Ну вот что мне сходу нравится, то что у каждого трека Грязного Рамиреса есть какая-то принадлежность к определенному альбому, по крайней мере в последнее время. То есть здесь вот я не помню, что это за трек. И если бы я не знал, что он из альбома Tribe, я бы догадался, что он из альбома Tribe по вот этому биту, по вот этому танцевальному настроению. Так же будет практически с любым альбомом Сереги, и это круто. Это будет не клип. Это будет, я, по крайней мере, так эти вещи называю, это будет стрит-видео, где рэпер машет ветками. Но, с другой стороны, это может выглядеть стильно, так что ничего плохого в этом ни в коем случае я не вижу. Злой, потому что бесит. Злой, потому что прессинг. Как быть, если все плохие песни, именно те, что звучат, как эта песня. Нигде нет места, нет денег вечно. Поц, это естественно. Есть средства делать шум вместе, будто бы заставил черта Феста. Ты злой, потому что гордый, потому что гонят. Забивать то, что ты не модный. Быть модным иконой, хоть воеводы и воебоны. Ты злой, потому что сонный? Или потому что соли? Быть псом для всех прохожих или зомби? Ты злой за все попытки стать отцом. Начинаем новый день. Очень любит в этом клипе Серега использовать... Господи, я забыл, как это называется. Широкоугольный объектив, да, ширик. Вообще что-то все из памяти вылетает. Практически, ну, я не знаю, 40% сцен здесь записано именно на него, чтобы создать вот это ощущение близости с исполнителем, что он нарушает твою зону комфорта, и когда Грязный Рамирес тебе зубами тычется в ебало, ну да, у него получается. Кучки хлещут поебал. Ты злой, потому что нету дел. Ты злой, потому что дел немал. Пусть мир пожирает свой фастфуд. Я вам рифму не выдам ради вони. Пусть мир приготовился ко сну. Мы готовы ебашить, как в зионе. Прикни в дроп, прикни в дэнс. Прикни словно псих. Прикни злой, всем пиздец. Мы трясем людьми. Прикни в дроп, прикни в дэнс. Прикни словно псих. Прикни злой, всем пиздец. Мы трясем людьми. Я могу порваться, ребята. У тебя не хватит заряда, чтобы попытаться, как я, тут опасно. На нашей локации мясо. Я могу порваться, ребята. У тебя не хватит заряда. Ни у кого не хватит заряда. Пусть окна горят, мы протопчем на яду. Очень-очень вайбовый припев. И вот эта вот интонация вот такая вот. Прыгни в дроп. Я даже не смогу сейчас это спародировать. Она, правда, угарная. Она новая для Рамиреса, во-первых. Во-вторых, это как будто, короче, хэллоуинская ведьма начинает читать рэп вот этим таким юродивым голосом. Нет, это классно. И потом вот это ускорение во второй части куплета мне заходит. Первый куплет не очень, а припев вот прям то, что надо. Выносит всех тут орков, это не колбасный цех. Опасный цех, работаем и пресса, но не желтый. Сорки лопнут, рву ваше ебло, будто зигота. Ракетами промжимся, кто здесь медик, не похуй. Отоспишься после смерти, забей на мусор. Пост легко задеть, по черному краснеем рвется Нерри. Кто хотел нас кинуть, мы выедем стиле, подорвем их стиму. Выпустил в сети психоденс, как вирус. Забей на фрешманов, ведь самый сок внутри нас. Сам еще не знаю, но я же тот мера. Я как эскобар, всех накрыло. Вместо пар мы ведем тех на дело. Племя сесть, ну как же терпеть тело. Начинаем новый день, кусочки хлещут поебал. Ты злой, потому что нету дел. Ну и, кстати, в предприпеве тоже есть какое-то свое очарование в таком спокойствии, даже в какой-то меланхолии. Мне нравится, как она диссонирует потом, ну, с общим тоном всего трека, особенно припева. Ты злой, потому что дел немало. Пусть мир пожирает свой фастфуд. Я вам рифму не выдам ради вони. Пусть мир приготовился ко сну. Мы готовы ебашить, как в зионе. Прикни в дроп, прикни в дэнс. Прикни словно псих. Прикни злой, все пиздец. Мы трясем людьми. Прикни в дроп, прикни в дэнс. Прикни словно псих. Прикни злой, все пиздец. Мы трясем людьми. Я могу порваться, ребята. У тебя не хватит заряда.
Мне кажется, там жесть получилась. Ну, жесть получилась определенно, и получилось хорошо. Во-первых, Рамирес со времен Джин Грей впервые вернулся под мост, отдал дань прошлому, тому, с чего он начинал. Во-вторых, это не лучший трек Рамиреса, не лучший его клип, много он, скорее всего, не наберет, но при этом у него есть вот это свое настроение, да, и вайб просто такой вот на элементарном уровне он способен тебе подарить. Мне понравилась работа, я даже удивлен, почему я не запомнил ее с альбома Tribe, хотя сейчас я ее добавлю в плейлист. Не, это классно.